Всем привет, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня пришло две посылки, таких небольших, но очень тяжелых. Заказал интересный товар, интересные петарды. Что ж, ребятки, давайте посмотрим, что я взял. Есть две посылки. Давайте вскроем вот эту тяжелую, оставим напоследок. Давайте вскроем немного поменьше посылочку. Посмотрим, что в ней. Также, ребята, смотрите предыдущие посылки, которые я вскрывал. Там были интересные петарды. Всем советую заценить. Так, вот так, кстати, запечатал магазин с ручками. Очень хорошо. Было удобно нести. Также, ребятки, предлагайте, чтобы еще такого покупать в следующий раз, что вы хотите видеть на моем канале. Так, посылку оставим в сторону, чтобы было все хорошо видно. Так, смотрим. Так, есть вот такие петарды. Первые здесь вижу. ТП-15. Вот такая пиратка маленькая. Я ее уже тестил. Решил еще взять. Короче, решил продолжить рубрику взрыва петард упаковками. Поэтому взял таких маленьких петард. Думаю, получится очень интересно. Давайте посчитаем, сколько я таких упаковок взял. Так, 3 упаковочки. Так, сейчас поставлю коробку поудобнее. 3, 4, 5. 5 упаковок. Отлаживаем в сторону. Так, давайте смотреть, что еще есть для этого эксперимента. Так, есть вот такие громы. Смотрите. Сейчас я покажу, сколько здесь их есть. А потом покажу сами петарды. Может, кто не видел. Я тоже такие покупал, тестил. Мне понравилось, решил их взять, чтобы взрывать связками. Так что, кто хочет побыстрее таких видео со связками, обязательно пишите в комментарии слово «хочу». Тогда постараюсь побыстрее снять, поскольку рубрик очень много. Нужно все это как-то снимать, как-то еще выставлять и показывать вам. Так, смотрите. Давайте посчитаем. 7. 13. Так, и здесь 7. 20. 20 упаковочек. Так, отложим в сторону. Вот так, сейчас одну упаковку вскрою, покажу, как они выглядят. Петарды хорошие, за свою цену очень даже хороши. Так. Смотрим. Опа. Смотрите, ни пороха нет, ничего. Очень хорошо сделаны. Взрываться, думаю, будут хорошо. Смотрите, вот такой фитиль не переломан. Очень хорошо, поскольку здесь есть такие петарды с такими заглушками. Часто ломаются длинные фитили и потом не хотят гореть. Здесь в упаковке 10 петард. Думаю, делать связочки, так что кто хочет побыстрее, обязательно пишите. Также, ребята, смотрите, заказал вот такую упаковку Corsara 2. Я уже его тестил, он очень большой, понравился. Кто хочет посмотреть предыдущий тест, всем советую заценить. Петарды очень клевые. Хотя, погодите, ребята. Немного рассыпался блок. По-моему, я не такие заказывал. Да, этот раз решил заказать вот такие от Тропика. Смотрите, Тропик. 20 штук упаковки. Такие я еще не тестил. Ошибся, ребят. Нужно заказать еще тех больших. Что-то я затупил, когда заказывал. Не те, наверное, выбрал. Посмотрим, кстати, какие эти будут по размеру. Вроде бы не сильно трясутся, должны быть большие. Так. Есть, вскрыли. Упаковка, кстати, хорошая, должны лежать еще долго. Так что петарды должны быть отличные. Так, смотрим. Ну, как обычный Corsara 2, смотрите. Очень хорошо сделанный, не вижу здесь пороха. Не, немножко есть все-таки. Но вроде бы хорошо сделаны, нормально. Посмотрим, как они будут взрываться. От Тропика, кстати, у меня есть Corsara первые, старые. Очень классные, мне понравились. Так что хорошо, что я еще взял от Тропика вот такие мини. Будем их сравнивать. Короче, это все потом сложим. Так, давайте, ребята, дальше смотреть, что у нас тут есть. Смотрите, вот такой пакетик. Хорошо запечатали. Да, ребята, настоящая граната, смотрите. Шучу, конечно, ребята, это не настоящая граната.
Это такая страйкбольная, очень классная, будем тестить. Я как-то уже спрашивал, покупать такие гранаты или нет. Кто-то писал, чтобы я купил и протестил разных, поэтому вот специально для вас взял. Вот такая гранатка. Так, давайте еще посмотрим, какая тут есть. Есть вот такая круглая, смотрите. В принципе, очень качественно сделано. Кто будет себе заказывать, советую. Но еще нужно их протестить, посмотреть, как они работают. Поскольку я никогда раньше не тестил таких гранат. Очень интересно, смотрите, есть еще такая. Вот так. Вот таких три вида. Так, давайте дальше смотреть. Так, здесь, по-моему, еще есть... Так, сейчас вам покажу. Есть вот такие. Смотрите. Здесь разная смесь. Нужно будет посмотреть на сайте, какая точно здесь не подписана. Смотрите. Нужно будет точно узнать у продавца. Смотрите, и такая. Короче, 4 вида. Обязательно будем тестить. Также, ребята, смотрите, есть вот такая дымовуха. Вообще классно сделано, смотрите. Обязательно будем тестить ее. Ух, прям уже не терпится затестить такую дымовушку. Так, ребятки, ага, вот еще хотел уже сказать, что все. Смотрите, коробочка пустая первая. Еще вот такая, судя по всему, дымовушка. Может быть, здесь, кстати, тоже есть дымовушки. Нет, это более на гранаты похоже, да. Да, внутри есть начинка, значит, что гранаты, а вот это будет дымовуха. Что ж, ребятки, будем тестить. В прошлый раз я заказывал дымовушки, смотрите, сейчас вам покажу по-быстрому. Так, ребята, смотрите, сейчас вам все покажу. Заказывал вот такую дымовуху, я ее закрыл, чтобы не отсырела. Вот такая большая, наподобие вот этой, посмотрим, какая будет мощней. Смотрите, но я думаю, это будет мощнее, хотя вот эта посвежее тоже должна быть классная. Также, ребята, вот такая дымовуха, тоже ее проверим. А также, ребята, заказывал еще вот таких дымов разных, смотрите. Это все мы будем снимать, затестим, классное видео сделаем. Есть еще вот такие желтые дымы, также заказывал, кто не видел предыдущих посылки, обязательно всем советую посмотреть. Также, ребята, советую покупать вот такие различные дымы, это очень крутая тема. В магазине большой выбор, советую посмотреть. Так, давайте вот так. Сейчас возьму вторую тяжелую посылку. Ух, вообще тема. Так, сейчас я вам покажу. Быстренько вскрою. Покажу, что в этой посылочке. Так. Есть, запечатал. Ух, ребята, смотрите, увидел. Также продавец положил, по-моему, Corsair 12, вот такие от Tropica на пробу. Протестить. Если вам понравится, будут тоже такие покупать. Смотрите. Продавцу огромное спасибо. Смотрите, таких 4 штуки. Я такие не тестил. У меня когда-то были Corsair от Tropica. Тоже взрывались хорошо, так что... Думаю, эти тоже будут хороши. Так, спасибо еще раз. Также, ребята, давайте я вам покажу немного. Смотрите, вот такой целый ящик пулеметных лент. Пулеметки очень крутые, я их уже протестил, покупал. Мне они очень понравились. Я подумал, почему бы не сделать таких масштабных крутых видео с такими пулеметными лентами, взрывать их упаковками. Думаю, начать с 5 упаковок лент и так продолжать, чтобы и вам было хорошо... И я повзрывал таких классных лент. Смотрите. Здесь 10 штук в упаковке. Давайте раскрою. Двухцветные. Ленты взрываются классно, но... Смотрите. Вот такие ленты. Короче, взял их очень много. Видео должно получиться с ними классное. Так что, ребята, давайте наберем 2000 лайков под этим видео. И я начну сразу снимать вот такие видосы с такими пулеметными лентами. Начнем, например, с 5 упаковок таких лент, потом 10, потом 15, 20. И так поехало вплоть до 100 вот таких упаковок. Если вам это будет интересно, я буду покупать чисто для вас, чтобы вы смотрели такие классные видео. Что ж, ребята, не забывайте заходить по ссылкам в описании в интернет-магазин Flibusier. Там очень крутая пиротехника. Смотрите, различный ассортимент различных дымовых шашек, петард, вот таких корсаров на корсарах 4, вот таких
Короче, всяких гранат очень это очень круто, смотрите. Вот такие есть, такие еще никогда не тестил, буду обязательно проверять. Давайте покажу вам, как все выглядит. Так, смотрите. Есть у нас тут различные дымовые шашки, корсары. На корсарах 4 вот такие гранаты. Даже может быть тут корсары 6, не знаю. Тут подписано, но... Вот, смотрите. Может быть разная задержка или разный состав. Короче, будем разбираться. Вот такие есть гранаты. Спасибо продавцу еще раз за такой корсар 12. Или может это корсар 8, не знаю точно. Не буду говорить заранее. Так, вот таких лент очень много. Корсары 2 мне понравились. Также взял, ребята, затестить вот таких петард связками. Это все, ребята, я взял, чтобы повзрывать связками, чтобы вам было интересно. Вижу, такие видео всем заходят, так что почему бы и нет. Мне тоже нравится взрывать очень много петард одновременно. Также вот такой целый ящик, по-моему, здесь штук 50 лент, не буду пересчитывать, потом, короче, посмотрю. В общем, вот такая посылка получилась огромная. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет здесь, а также в описании. На втором канале выходят тоже крутые, достойные видео с пиротехникой. Всем советую заценить. Также, чтобы не пропускать новых интересных видео, нажимайте на колокольчик, тогда вы будете в курсе всех событий. Что ж, думаю, всем понравилось сегодняшнее видео. Смотрите, здесь 4 ролика, они тоже очень клевые. Всем спасибо за просмотр, ребята. Всем пока-пока, до новых встреч.